Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Вот мне подвернулась под руку вот такая деталька. И я решил из нее сделать нестандартную блесну. Что из этого получится, мы с вами увидим и посмотрим конечный результат. Для этого мы берем крючочек, подбираем. Я буду делать, чтобы было кратко и ясно. Подбираем крючочек под эту блесенку, откушиваем ушко, потом отгибаем крючочек сам, чтобы он становился более вот так. Как это сделать, я сейчас покажу. Вот у нас такой крючочек. Это где-то, наверное, 5-й размер. Но чтобы он был более забористый, мы берем плоскогубцы и вот здесь вот отжимаем потихоньку. Только не надо делать резко отжим. Отжимаем потихонечку, и у нас крючочек становится... Если мы будем резко нажимать, то крючок поломается. Вот видите, он у нас уже принял совсем другую формочку. Он более становится забористым. Затем мы откусываем плоскогубцами, этими кусачками, вот это ушко. Раз, откусили. И сюда надеваем бусинки. Сама бородка не дает возможности этим бусинкам выйти с крючка. Ну, они будут двигаться при работе блесны. Это нам и надо. Дальше что мы делаем? Нам нужно же паять, но чтобы оно хорошо паялось, нужна часть вот этого формочки, из которой мы будем делать блесну, зачистить напильничком с одной стороны и с другой. Дальше мы берем паяльную досточку, вот у меня такая, видите, закрепляем вот здесь нашу блесну нестандартную. Затем вот этот крючок и вот эта часть от крючка другого смачиваем кислотой. А потом приступаем к пайке. И вот мы спаяли нашу блесну. Вот такая она у нас получилась. Но это еще не все. Если мы пошли по нестандартному варианту, то будем делать дальше. А потом посмотрим, как она у нас будет работать в воде. Берем красную шерстяную ниточку и продеваем в это отверстие. Продели и связали. Видите, вот здесь мы вяжем на два узла. Но чтобы оно в процессе работы нашей не развязывалось, мы сюда ставим точечку красным лаком. И тогда этот узелочек наш развязываться не будет. Сделали, высохнет и будем пробовать. Теперь, ребята, проверим, как наша нестандартная блесна работает в аквариуме. Вот эти вот усики, они имитировать должны мотыля. Главное, чтобы это окуню понравилось. Вот. А сейчас покажу, как она работает в медленном варианте.
Ближайшие рыбалки опробуем нашу новую нестандартную блесну. Спасибо за просмотр, друзья, подписывайтесь.